Здравствуйте! В эфире программа «Вот это кадр». Позади Новый год и Рождество, позади крещение. Предпраздничные заботы призабылись, а вот о ярких моментах праздников уверенно всем напоминают многочисленные снимки. Возможно, некоторые из них стоит отправить для участия в нашем фотоконкурсе. Но об этом чуть позже. Сейчас же мы подведем итоги его очередного сезона и озвучим, кто же получит подарки от студии «Мир Фото», расположенной в Лиде по адресу улица Советская, 5. Фотоконкурс, итоги которого мы сегодня подводим, длился 4 месяца. За это время в трех номинациях приняли участие более 350 снимков. Их прислали из разных уголков Гродненской области, где мы только не побывали благодаря номинации «Моя малая родина». Каких только красавцев не увидели в номинации «Лапы и хвосты». Чем только не удивлял нас мир черно-белой фотографии. Это были лучшие снимки сезона. А сейчас пришло время назвать имена победителей фотоконкурса, которые получат подарки от студии «Мир Фото», расположенной в Лиде по адресу улица Советская, 5. Итак, в номинации «Моя малая родина» жюри выделило фото Людмилы Наумович «На краю леса». А снимок коза Дмитрия Хотенко стал победителем в номинации «Лапы и хвосты». А вот Павел Купчик впечатлил своей черно-белой фотографией «Оставленное прошлое». Напомним, все победители конкурса «Вот это кадр» получат подарки от студии «Мир Фото», расположенной в Лиде по адресу улица Советская, 5. Забрать их можно в рекламном отделе Лидского телерадиообъединения по адресу улица Грюнвальская, 1, офис 5, в здании гостиницы «Лида». Имена победителей фотоконкурса названы, значит, время объявлять его новый сезон. На этот раз мы предлагаем две новые номинации «Ради этого стоит жить» и «Зоомир – это чудо». И решили оставить номинацию «Моя малая родина», так как именно она собирает наибольшее количество снимков. Берите в руки фотоаппарат, фотографируйте и отправляйте свою работу на электронный адрес tv_lida@tut.by. Стать участниками фотоконкурса могут жители всей Гродненской области. И не только. Успехов всем! До свидания! Лидское телевидение продолжает конкурс «Вот это кадр». Присылайте фото на электронный адрес tv_lida@tut.by, которые заставят вас кликнуть «Вот это кадр». Отправляя снимки, не забудьте указать название, имя и фамилию автора. Победители получат призы.